Если ты на все мои вопросы уже отвечать не знаю, не помню, так далеко не продвинемся, ясно? Как тебя зовут? Паша. А хочешь, я тебе свой номер телефона оставлю? Приедешь с Севастополя, сходим куда-нибудь. А ты встретишь меня на вокзале? С вокзала доставили человека. Ни фамилии, ни имени говорит, не помнит. Ни паспорта, никаких других документов при себе не имеет. Не знаем, что с ним делать. В мире было несколько подобных случаев. Что характерно, их всех находят на вокзалах. Я где-то слышала про похожий случай. Вы очень похожи на одну актрису. Это ведь вы, правда? Я. Похоже, что у него напрочь стерта вся информация о собственной личности и его я. А вот эти деньги тоже от него нашли? Ну а что, если он кого-то убил? Это серьезно? Откуда у тебя эти деньги? Час назад нашли труп. Я перестала чувствовать, понимаешь? Рубанули. Оказалось, что меня здесь не ждали. Удар палкой по голове. Палку нашли, отпечатков нет. По голове ему палку не дали. Давай выпьем. Виски будешь? Даже следов алкоголя в крови нет. Ну, у нас закончилось вино, он пошел в магазин, и больше я его не видела. А ты везучий? Тебе вообще повезло, что тебя в тем состоянии не грохнули где-нибудь с твоими деньгами. И ты попал ко мне. Знаешь, я отчасти завидую этому парню. Считаете меня сумасшедшим? Я не дурак, я просто не помню, кто я.